Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І зараз ми поговоримо про те, що робити, щоб не обпектися на сонці. І що робити, якщо ви таки обпеклися. У прес-конференції бере участь Ольга Кливак, косметологиня. Доброго дня. Доброго дня. Розповідайте, літочко наступило, настало, і всі масово вийшли на вулицю, незважаючи на карантинні обмеження. Тим не менш, сонце потрапляє на шкіру. Що робити? На русском можно, да? Як вам зручно? Итак, солнышко, конечно же, является и полезным. Да? Начнем с того, что витамин D, который мы вырабатывается нашим организмом, для этого нужны солнечные лучи. Но поскольку солнце достаточно агрессивное, и сейчас оно стало еще более сильным и вызывающим различные фотохимические процессы на коже, его нужно избегать, его нужно очень дозированно принимать и, конечно же, защищаться от солнышка. Як саме от потрапляє сонце на шкіру, так? От вітамін D. Далі. Вот что происходит с шкирой в этот момент? Вообще лучи, которые проникают, да, сквозь атмосферу, вообще их три делятся. Лучи типа А, типа Б и типа С. Лучи С, они остаются в атмосфере, они до нас не доходят. А вот лучи А и Б, вот они непосредственно очень активно на нас и воздействуют. Если вкратце, то лучи А имеют такую большую проникаемость, и они больше повреждают наши молекулы. Но при этом именно лучи А и дают нам красивый загар. А лучи Б обладают более сильной, мощной энергией и вызывают ожог поверхностный, более сильный, более быстрый. Вот. Для того, чтобы защищаться от солнышка, сейчас используют фильтры SPF, для того, чтобы защитить нашу кожу от агрессивного воздействия ультрафиолета. Це оці такі помаранчеві пляшечки, да? Ну, там, різного кольору, які там можна напшикати на себе, правильно розумію? Да, это различные средства, сейчас их масса, да, с фильтрами, которые делятся на и физические, и химические, они соединяются в одну формулу для того, чтобы максимально эффективно защитить нашу кожу от ультрафиолета, от солнца. Как правильно обрати оцей захисний, ну, там, я не знаю, оцю маску, да, якщо правильно так назвати, що має бути там, мені хтось говорив, там має бути там 40 там чогось відсотків там, чи якось, ну, є якісь такі рекомендації, щоб от дитині, наприклад, і дорослому? Вообще, вот это условное деление на SPF 20, SPF 30, да, та цифра, которая стоит возле значка SPF, это не, даже не количество, да, а то время, которое мы можем находиться на солнышке, используя данное средство. То есть, условно, мы можем там 20 минут, да, 30, 40 минут. То есть, более сильный фильтр защищает дольше наше тело от активного солнечного излучения. Но при этом мы все должны понимать, что беспрерывное пребывание, да, активное солнце, даже с наличием SPF-фильтров, является вредным. Да? То есть, если мы нанесли толстым слоем на себя средства с ультрафиолетовой защитой от ультрафиолета, это не значит, что у нас есть такая возможность выходить на солнце и все время там пребывать, да, жариться на солнышке. Потому что в любом случае те фильтры, которые находятся в средстве, они физические и химические, да, как я уже говорила, и этот коктейль, да, как определенных компонентов, когда он на него воздействует солнце, тоже происходят определенные фотохимические процессы на коже, и они тоже не до конца изучены и, по моему мнению, не совсем безопасны, да. Ну, тобто наносити на шкіру потрібно щось, ну, ці засоби, але все одно це не дає 100% гарантії від опіків, правильно? Так. А коли сонце найактивніше, ну, тобто коли ви не рекомендуєте виходити на вулицю, знову ж таки, дорослим і дітям? Чи немає різниці? Ну, на самом деле, сейчас есть такой вопрос, да, сколько можно находиться на солнце? Ну, ответ: на солнце находиться вот конкретно для того, чтобы получать загар, да, нельзя.
То есть это, в принципе, противопоказано сейчас, да, то есть мы можем, мы и так, когда мы доходим из точки А в точку Б, выходя из дома до автомобиля или же из транспорта до работы, доходя из суши на море, плавая, выходя из моря до суши, до тени, мы достаточное время и так пребываем на солнце, это то граничное количество времени, которое мы можем себе позволить пребывать на солнце, поэтому дополнительно, специально находиться на солнце нежелательно. То есть мы можем утром выходить на солнышко и нежиться в лучах, если это раннее утро, да, или любоваться закатом, когда вы чувствуете совсем нежное тепло от солнца, и уже у вас не остаются никакие красные пятна, да, никакой такой сильный загар уже не ложится. Это там с 7 до 8 утра, может быть, и там уже с 7-8 вечера, то есть это просто, когда вы можете, не боясь лежать на солнышке, потому что даже в 9-10 утра солнце уже достаточно активно, если раньше считалось, да, вот я помню такие даты, когда все говорили, вот с 11 до 4 до 5 часов инсоляция вредна, до этого времени мы можем находиться на солнце, сейчас в 10 утра можно обгореть очень даже сильно, поэтому время сместилось, вот этот интервал непребывания на солнце таком активном, он увеличился. От під час хмарної погоди, да, коли там на небі там хмарки якісь, є ризик спектися, згоріти? Да, особенно если вы находитесь на воде, тогда, конечно же, загар и воздействие усиливается, солнышко, и вообще, находясь где-либо на отдыхе, в городской, даже в городском режиме, очень хорошо спасают тонкие льняные хлопчатобумажные рубашки, сарафаны с длинным рукавом, очень тонкие, очень такие невесомые, и действительно не зря в южных странах аборигены носят именно такую одежду, потому что она максимально эффективно защищает их от солнца, и никто не сгорает. Ну, от якщо ми вже зачепили цю тему, що зробити, щоб не згоріти, от, ну, наприклад, візьмемо, да, людину, яка там весь день має знаходитися на сонці, та, там, по роботі, чи ще по якихось справах, виходячи з дому, що має зробити, так, ну, якщо можна, да, по пунктах, що має зробити людина, щоб не обгоріти? Ну, да, вернемся к тому, что мы обязательно наносим головной убор, да, носим закрытую одежду, используем SPF, крем с SPF для лица, можно, если целый день, можно использовать максимальный SPF 50, к примеру, да, фильтр, максимальное количество, да, показатель SPF, и вообще, я думаю, что это будет не только для тех, кто выходит, да, на целый день, и в принципе, кто сейчас находится летом на планете Земля, это нужно каждому, очень хорошо помогает бороться с тем, чтобы наше тело адаптировалось и хорошо приняло, да, лучи солнечные, нам нужно внутрь, в организм принимать антиоксиданты, то есть это витамины А, Е и С. Это мощнейшие антиоксиданты, которые адаптируют наше тело и борются со свободно-радикальными процессами, которые внутри организма происходят вследствие воздействия солнышка. Это фрукты, это овощи, это зелень, это ягоды, смузи. Да, это все то, что природа щедро нам дарит как помощь определенную, да, не зря, именно в тот период, когда яркое солнышко. Об этом нужно помнить, и даже есть определенные исследования, которые доказывают позитивное воздействие приема вовнутрь витамина С при работе с пигментацией. То есть, когда мы достаточно употребляем витамина С, то у нас намного меньше проявления пигментации. То есть это такое прямое уже доказанное воздействие и цепочка, да, когда изнутри мы можем также себе очень активно помогать в данном случае. Ще, от кількість води там має враховуватися, да, коли ми виходимо на вулицю, це якось допомагає нашому організму, нашій шкірі? Конечно, вода, в принципе, не сказала об этом, потому что независимо от времени, да, и от времени года, мы все должны употреблять
потреблять достаточное количество воды, ориентировочно 30 грамм на 1 килограмм веса. Сейчас этот объем уже увеличили, да, я читала по новым исследованиям, уже больше, да, до 50 миллилитров на 1 килограмм. Конечно же, в такую жару нужно не пить газировку, не пить сладкие напитки, ограничить количество кофе, пить чистую воду без газа, она также будет хорошо помогать потоотделению и вот такой терморегуляции. И очень важно не пить ледяную воду. Нужно пить воду комнатной температуры. Потому что идет очень серьезный спазм сосудов внутренний, тело разгорячилось, и вот холодное пиво и холодная вода, что сейчас очень популярно, да, это очень сильно бьет на наши сосуды, идет спазм, и это очень неблагоприятно. Благотворно влияет на наше здоровье. Поэтому комнатная температура, не зря вспоминаем, да, что в жару в Турции предлагают горячий чай. Вот, именно горячий чай помогает нашему телу вот этот улучшить обмен и справиться с нагрузкой тепловой. Поэтому пьем горячий чай летом. Класс! И в зимку пьем горячий чай, и в літку пьем горячий чай. Що робити, наприклад, якщо вже все ж таки обгоріли? Ну, так сталося. Ну, буває всяке різне. Що робити? Яка перша допомога? Ну, в первую очередь нужно уйти с солнца, да? Если вы увидели, что у вас есть ожоги и покраснело ваше тело, ожогов сразу не будет, да, то есть увидите, что уже тело начинается вот как кожа немножко подниматься и становится такой горячей. Я думаю, что все когда-нибудь хотя бы раз в жизни эту прелесть ощущали. Вот, нужно спрятаться в тень обязательно, и когда вы попадаете уже домой, очень полезно прохладные ванны принимать. Прохладные ванны и компрессы несколько раз в день очень хорошо помогут справиться прямо здесь, прямо сейчас. Ни в коем случае нельзя пользоваться мылом в эти дни, скрабами, то есть агрессивными, вообще косметическими агрессивными средствами, которые будут агрессивно воздействовать и дальше на нашу кожу. Да? Ни в коем случае не тереть, не трогать. И, конечно же, использовать средства, которые содержат пантенол, дексапантенол в составе, азулен, это вытяжка из ромашки, и другие успокаивающие компоненты, которые можно наносить прямо толстым слоем. Вот сейчас вот пантенол в аптеках продается в форме пены, да, очень удобно, прям хорошо себя сдабриваем этой пеной и успокаиваем так свою кожу. Обязательно после этого наносим одежду, которая будет покрывать наше тело, чтобы не было повторного, да, ожога. Вот, потому что это действительно очень агрессивно и свободно-радикальный процесс, который происходит вследствие агрессивного воздействия инсоляции, может привести и к онкозаболеваниям кожи, да, и к различным другим патологическим процессам на коже. Поэтому, если уж произошло такое, да, очень важно больше этого не допустить и беречь себя. Скажите, пожалуйста, какие частины тела, да, наибольше там такі підлягають, да, якомусь там обсмаженню, як я це називаю. Що найбільше обгорає і чим це, ну, загрожує? Я вже почула, що онкозахворювання. Ну, наприклад, якщо обличчя обгоріло або руки обгоріли, до чого це може призвести? Ну, що найбільше під? Найбільше, більше всього обгорає грудь. Потому что у женщин это нежное место, да, и все мы, когда выходим на пляж, свои все прелести, да, подставляем солнышку, и в связи с этим там нежная тонкая кожа обгорает больше всего, да, нежная кожа рук, потому что лицо все-таки оно всегда открыто всем нашим ветрам, и 365 дней в году оно открыто, оно все равно привыкает немножечко к ветру, к солнцу, к пыли, да, к различным агрессивным воздействиям, поэтому больше всего все-таки вот нежная кожа, живот, спина, да, то, что всегда закрыто, бедра, вот ножки, там, где закрыто, обгорает больше всего, поэтому очень классно, опять же, туники и всяческие легкие накидочки для того, чтобы этого избежать. Не можу не запитати знову ж таки про дітей, да? І от наскільки їх потрібно подалі від сонця, тому що діти ж вони весь час на сонці бігають, але потім, ну, шкіра ніжна, я так розумію. Ну. Угу.
Ну, здесь тоже простые совершенно правила. Одевать их на солнце обязательно, одевать на море, одевать, вот пусть в футболках, в одежде плескаются, чтобы прямо, если они долго находятся, чтобы вот одежда забирала на себя львиную долю инсоляции и кожа была защищена. Обязательно кепки, обязательно легкие деликатные средства с SPF-фильтрами для лица и для тела наносим. Вот. Сейчас хотела еще немножечко остановиться на средствах SPF. Сейчас тотально, да, и беспрерывно, да, о них говорят и говорят о том, что без них жизнь абсолютно невозможно, да. Ну, все мы должны также понимать, что коммерческая сторона этого вопроса также присутствует, да, любой производитель хочет, чтобы максимальное количество его продукции продавалось, да, поэтому мы также должны понимать, что SPF-фильтр нужно использовать конкретно по назначению и когда есть на это необходимость, да, потому что зачастую SPF используется круглогодично, в огромных объемах, да, и на лицо в том числе косметологи назначают, когда мы делаем пилинги, когда мы делаем агрессивные процедуры, да, и по данным последним, да, ученые доказывают то, что бесконтрольное, бесконечное использование SPF-фильтров, также наномолекулы могут проходить через нашу кожу, впитываться, ну, заходить в дерму, да, и накапливаться, да, физические и химические фильтры, поэтому мы должны понимать, что это не панацея от солнца, да, все-таки нужно здраво подходить к вопросу загара, общения с солнцем, пребывания на открытом воздухе и понимать, что SPF это не то, не та палочка-выручалочка, которая нас спасет, нашу кожу и оставит нас здоровых, да, потому что, как я уже говорила, да, что под воздействием очень высоких температур и солнца те же SPF-фильтры на коже эмульгируются, проходят определенные физические и химические фотопроцессы, которые не очень благоприятно могут воздействовать на нашу кожу. И есть еще такое исследование, которое доказывает о том, что чрезмерное, беспрерывное использование SPF в больших количествах, вот диоксид титана, оксид цинка, если их использовать в огромном количестве и очень часто, то они впоследствии вызывают гиперпигментацию. То есть то, от чего мы вроде бы как защищаемся, да, при неконтролируемом использовании может вызывать обратную реакцию, вызывать гиперпигментацию. Поэтому будем благоразумны, используем все по назначению и бережем себя. Солнышко для нас должно быть роскошью, да, а не бесконечным, беспрерывным таким удовольствием. От якраз про задоволення і про сонечко. Дуже часто спостерігала людей, серед моїх знайомих є такі, в яких, ну, білосніжна шкіра. Mm-hmm. І на сонці вони, ну, як тільки потрапляють на сонце, ця шкіра стає просто червоною, як у томата. Що це такий тип шкіри? Що відбувається з такими людьми? Тобто вони не рівномірно якось, та не рівномірно mm-hmm. засмагають, а от просто одразу. Або є такі, які взагалі не засмагають. Да. Що це таке? А є такий учений, був він вивів класифікацію типів кожи. Фіцпатрік. Звали його і по этому определенному делению существует 5 типов кожи, да? Ну, не будем углубляться, первая самая светлая, да, пятая самая темная, там еще выделяют смешанные, да, но вот те, которые ближе к единичке, они очень плохо поддаются инсоляции, обгорают, и в принципе для них солнце более вредно, да, по определенным генетическим моментам, да, то есть в генетическом аппарате у человека заложено, да, то, что у него тонкая кожа, которая быстро и легко обгорает. Те, у которых четвертый, пятый цветотип, те мягче, легче и адаптивнее переносят солнце по причине, опять же, своей генетики, вот, расовости, да, и им солнце легче, приятнее, да, и безопаснее. Поэтому нужно, конечно же, еще всегда обращать внимание на свои особенности, да, и всегда женщины просто так устроены, что блондинкам нравятся брюнетки, брюнеткам блондинки, да, кудрявым нравятся с прямыми волосами девушки и наоборот, то есть все белесые девушки хотят быть смуглыми, да, и
И наоборот. Поэтому полюбить свою кожу, принять свои определенные особенности, есть масса других удовольствий, можно, и белая кожа всегда считалась ранее аристократическим, да, таким моментом, особенностью человека, поэтому радуемся тому, что принадлежим как аристократическим сословиям, да, вот у меня, например, смуглая кожа, но она смуглая также генетически, я не пренебрегаю солнцем, я вообще, в принципе, не загораю. Ну, тобто вам це не потрібно. Ну, это не нужно даже и тем, у кого белая кожа, да, опять же, это не нужно никому. Це не необхідність. Да, это не необходимость, верно. Багато хто, от якраз про необхідність, да, багато хто використовує солярії, да, ходять солярії, коли немає сонця, або навпаки, і коли воно є, там, взимку, влітку, сонце і солярій. Что корыснейше, что не корыснейше? Если будем идти от обратного, да, и выбирать наименьшее зло, то, конечно же, солнце будет более приемлемым для человека, да, более физиологичным, адаптативным, да, и, конечно же, солярий еще сложнее переносится кожей, еще более агрессивный для нашей кожи и иссушающий, агрессивный и с далеко идущими определенными последствиями, поэтому солярий вообще не рекомендую. Взагалі. Вообще никому. Що може статися отак, якщо вже не рекомендуєте, то чому? Що може статися з людиною в солярії? Ну, це не антиреклама солярія в жодному разі. Да, это мнение одного человека, скажем це так. Це рекомендація косметолога просто, да. Вот. Ну, на самом деле, это старение, преждевременное старение кожи. Сейчас фотостарение кожи является, наверное, самым первым таким критерием старения вообще нашего организма, нашей кожи. Да? Поэтому мы ускоряем свое старение. Старение нашей кожи, она становится более сухой, она истончается, мы расходуем ее потенциал и преждевременно стареем, я не говорю уже о возможных заболеваниях кожных, онкозаболеваниях, да, и различных неприятностях других, поэтому это старение, да, в любом случае обгорание – это истощение ресурсов нашей кожи, поэтому бережем себя. Взимку, скажіть, ми засмагаємо? Зима, осінь, весна? Скажем так, мы получаем определенные лучи ультрафиолета, но сложно сказать, что мы загораем, да, на нас они воздействуют, да, в межсезонье, особенно зимой сложнее, то есть почему витамин D, да, не вырабатывается у большинства деток и взрослых зимой, потому что ультрафиолетовые лучи мы практически не получаем, если получаем, то в очень небольших таких объемах. Отже, щоб літо пройшло добре, з користю і без наслідків. А, от, почекайте, стоп, повернемося трошки ще до шкіри. Коли обгоріла шкіра, ну вже обгоріла вона, і оце починає вона облазити, як це говорять, да, вона відділяється від тіла. Чи можна її скупти? Чи можна її відтягати? Тому що, знаєте, ну, дуже часто спостерігаєш там на пляжі, як там діти починають своїх батьків там обдирати шкіру чи самі себе. Наскільки це корисно? І що робити в таких випадках, коли вона вже починає сходити? Есть мелкопластинчатое шелушение, да, когда вот оно такое легкое, мягкое, без выделений различных, да, тогда ну, оно снимается легко, и даже когда мы прикасаемся к себе, к одежде, это шелушение происходит мягко, безопасно, мы этого можем не бояться. Когда под кожей сукровица или же такая нежная красная кожа, то, конечно же, мы не трогаем ее, не снимаем ни в коем случае, потому что у нас могут оставаться рубцы, шрамы и неровности кожи, это никому не нужно, поэтому мы используем длительный какой-то период времени, да, столько, сколько нужно для того, чтобы регенерировалась кожа, средства с пантенолом, азуленом, а также ухаживаем за нашей кожей мягкими увлажняющими средствами, молочком, питательно увлажняющим, да, чтобы было и питание, и увлажнение для того, чтобы помочь нашей коже восстановить свою микрофлору и стать повноцінною, здоровою і красивою, бархатною. Дитячі креми можна використовувати при опіках шкіри?
Да, конечно. Тобто вони так само пом'якшують? Ну, сейчас, конечно же, нужно в любом случае смотреть и на производителя, и на состав, потому что детский крем, это не всегда для детей, да, потому что сейчас производители умудряются добавлять различные химические средства, достаточно агрессивные, и в детскую косметику, да, поэтому мы смотрим на состав, на производителя, конечно же, вот, и, конечно, можно использовать взрослому, можно использовать детские средства, а ребенку желательно не использовать средства взрослого, а все-таки подбирать косметику, которая адаптирована для детского нежного организма, детской кожи. Ну и теперь для наших телеглядачів, чтобы с користью провести лето, без опіків, без страху выйти на улицу, все ж таки еще раз какие-то коротесенькие рекомендации и ваши побажання. Отлично, хорошо. Итак, дорогие девушки, молодые и люди, хлопчики, да. Молодые люди и ваши детки. Для того, чтобы пройти это лето здоровыми и безопасно его провести, я рекомендую пить достаточное количество водички, в среднем 30 грамм на 1 килограмм веса. Обязательно употреблять по максимуму ягоды, фрукты, зелень, овощи, смузи, да, различные комбинации продуктов, которые содержат клетчатку, витамины, микроэлементы, все сезонные фрукты, сезонные овощи и зелень, которую вы можете себе сейчас представить, да, и позволить. Это укрепит ваш иммунитет, а также поможет вашему организму адаптироваться к агрессивному воздействию ультрафиолета. Обязательно бережем свое тело и без надобности, без необходимости не выходим на открытые лучи, не выставляем свое тело на весь день, на жару, для того, чтобы не обгореть, для того, чтобы не получить агрессивную инсоляцию и чтобы наша кожа не обгорела. Также носим закрытую одежду, да, на пляжах, даже в рамках города, для того, чтобы поберечь нашу кожу, особенно тем, у кого она чувствительная и деликатная. Используем средства SPF, те, которые нам нужны непосредственно для того, чтобы защититься. Да. Для детей это должны быть детские деликатные средства, для взрослых это средства с большим, может быть, фильтром, да, и те, которые будут работать более грубой, более плотной кожей взрослых. Бережем себя, радуемся солнышку только в утренние и вечерние часы, потому что на самом деле мы достаточно много получаем ультрафиолета, уже передвигаясь из точки А в точку Б. Будем здоровы, берегите себя. Всего хорошего, до нових встреч. Дякую вам за те, що до нас завітали. Дякую за те, що розповіли, як берегтися від сонця, як захиститися і що робити, якщо ви все ж таки обгоріли. Бережіть себе, мийте частіше ручки, носіть маски в транспорті, в магазинах, не хворійте, не опікайтеся і нехай це літо буде добрим, радісним та головне, проведіть його здоровими. Дякую за увагу, передаю своє слово колегам. До побачення. До свидания. Благодарю Наталью.